Всем привет! Что, решили мы сегодня немножко отдохнуть, открыть, так сказать, рыболовный сезон. Едем на такую красивую речку под названием Сивильга, затопленный лес. Вдали вон виднеются солевые горы. Вот, что наш рыбацкий корчик мерно тарахтит дизельком. Ладно, поехали! Поднялись мы на дамбу, вот такое вот озеро, красивое, горы, а мы поедем вон туда, вон дальше, в сторону железнодорожного моста, на саму речку. Здесь на озере сегодня волна, думаю, лучше будет на разливах, на каналах. Вот раньше здесь такой рос лесок, потом это дело затопили, остались только такие вот пни. Поэтому это место называют в народе Корчи. Сколько здесь блесен потеряно. Вот железнодорожный мост. Там очень часто ездят поезда. ЖД пути, сейчас перейдем их, пойдем на сам канал. Вот такая вот красота. Сейчас где-нибудь здесь засядем. Остановились вот в таком вот затончике, в кармашке. На озере была сильная волна. Вот, так что здесь комфортненько так ловить. Вот. Ловится такая вот мелочевка. Штучек 20 словили. Вот. Ничего. Сам факт отдыха. Кайфуем. Сейчас попьем чайку. Пришла горелочка ко мне, такая довольно неплохая, вот тестирую, понравилась. Разжигается и горит так довольно неплохо. Вот, ну вот такое вот своеобразное открытие сезона. Озеро в целом такое интересное, здесь много раков. Вот сейчас будет, когда можно ловить, я думаю, надо будет попробовать половить здесь раков. Вот, а в целом вот такая, сейчас немножко покажу. Здесь железная дорога, идет два пути, горы. Выложено прикольно, такими плитками квадратными. Стянуто такими канатами. Вот, вот такая вот красота. Река Сивильга, вон она, пошла туда вдаль, далеко. Вот. А вот здесь эти корчи, эти здесь был раньше. Деревья, затопленный лес. В целом такое перспективное место для рыбалки. Надо будет взять лодку. Я думаю, здесь как бы серьезно можно порыбачить. Ну,
Вот такая вот красота. Никого нету, тихо, спокойно. Но самое главное, выбрались на природу. Как по кайфу отдохнуть, попить чайку. Вот. Ну как-то так. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. А, кстати, купил лодку себе алюминиевую, такую разборную. Вот такой интересный проект по ее восстановлению. Вот, хочу ее зачистить, покрасить. Вот сделать, ну сделать такая будет интересное плавсредство. Вот, так что отдых на природе — сила. Все, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.